приветики. У нас сегодня холодина. Очень. 4 градуса было с утра. Сейчас вроде солнышком чуть-чуть нагревается, но ветер ледяной. Я на работе, хожу, кайфую. Кстати, я все-таки подписала сегодня эти 3 акта сверок. Ой, вылез еще один, что вы думаете? Теперь бухгалтер с офиса говорит: приедь, я распечатаю, забери, езжай, подъезжай, и все, и мы от тебя отстанем. Думаю, окей, вот иду, думаю, сегодня поехать или завтра. О, с утра. Не знаю. Смысла, конечно, без разницы, хоть сегодня едь, хоть завтра едь, все равно придется завтра еще туда ехать. Так что сейчас, думаю, пробегу маршрут, поеду, съезжу в офис, сдам эти акты сверок, возьму ту, и все, и домой. И уже до завтра буду дома. Вчера пошла в больницу, хотела взять направление на себя. Хочу проверить сахар. Воды стало просто много пить воды. Думаю, что-то мне говорят, проверься на сахар. Хочу провериться. Не дали направления, нет врача. Думала, зайду сегодня. По работе сегодня не успеваю. Там только до 12. Так что откладывается это, походу, до следующей недели. Вчера обещала прямой эфир вечером, не смогла. Представляете? Не смогла. Что-то вчера увлеклась там, смотрела кое-что. И уже потом смотрю поздно. Потом Витёк уже все, мама, спать. И все, какой прямой эфир. Сегодня выйду. Выйду обязательно. Все, всем пока, хорошего дня. Все рассказала, все новости. Больше нового ничего.